вот я как раз про это, потому что есть ощущение, что акцент как раз-таки на зону. На зону Зеллера, да. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой! И забивает! А ведь работали подачи. И они работают сейчас, 1-1. Это гол со стандарта забивает ЦСКА. Лушенков, скрытая передача, прострел. Кто будет бить? Вот он удар. Конечно, Лушенков. Подача идеальная, фасон. В цене того момента в первом тайме. Подбирает мяч и сразу пытается пробить. Файзулаев бьет. Добивание и... Это Заболотный. Это Заболотный. Да, да, да. Это Антон Заболотный, который только-только вышел на поле. Главных воздушных угроз. Ну, сейчас Заболотный появился. И на него идет подача. И на Мусаева также удар. Гол! Браво Агапов, браво Федотов, браво штаб тренерский.